пообщаешься с зрителями. Так вы задавайте вопросы, с удовольствием пообщаюсь, с удовольствием отвечу, что-нибудь расскажу им какую-нибудь историю. Просто это же не хэс, где я сижу и там что-то в чате обсуждают, я туда... А тему достаю, спасибо, бригадир. Я туда тему достаю. Мы тут с мужиками интересуемся, а если Devil May Cry, то только крайнюю часть или предыдущую. Ну вот я думаю, как бы первая часть, она тоже по графу, она вышла, по-моему, в 2001 году, если не ошибаюсь, да? Я думаю, думаю, вот по ХЗ даже. Перезапуск выглядит очень неплохо, но, наверное, он проще всех частей. Но если, конечно, не проходить там на ад. А если проходить, вот, ну, на обычной сложности. Так, что у нас еще? Вот это? Не, это пока не надо. Расскажи историю про свой хендай. Я тупенький, не понимаю. Только, ребят, я смогу читать не во время вот этого. Окей? Я все могу отвечать, только не жалуйтесь, если я, например, что-нибудь чат не читаю. Вот видите. Блять! Тут только вот отвлекся. Все, давайте. Квадрат. Крест. Треугольник. Квадрат. Достал? Думаю, не достанет. О, нихера, и блок не работает. Видите, тут как бы тоже тяжело все читать, особенно когда идут бои. Когда бегу еще, да ладно, окей, а когда бои, я практически не могу участвовать. Гнев Асуры нет, не слышал. ДМЦ 3. Ну, да, в принципе, все ДМЦ хорошие. Просто четвертый мне нравится и сюжетом. Да и в принципе, сначала идешь в одну сторону этим одноруким Нейро, потом обратно Данте, всю игру думаешь, что Данте плохой. Помню, когда играл в нее, Голубь Медуза называлась Тиморол Айс. За то, что она замораживает людей, как жвачка. Ну да, кстати, тут будет голова медузы, которая может замораживать всех врагов. Так, давайте Посейдоновскую тогда вот эту вот силу все-таки апнем, да? Можно еще на нолик нажимать. Хорошо. И пушки. 1400 до пушек надо. Ты еще про Dishonored говорил? Да, Dishonored я по-любому поиграю, но ближе к выходу игры. Даже как и я и Human Revolution Deus Ex пройду, но это будет тогда, когда, ну, ближе к выходу, опять же. То есть прошли и сразу пошли дальше по истории. Так же, как и Mass Effect и другие. Я вижу, что за них голосуют люди, вижу, что им интересно. God of War я прошел, прохожу чисто по своему желанию. Я знаю, что он немного людей соберет и мало кому он вообще, в принципе, интересен. Вот, ну я прохожу, потому что мне интересно. Так. Давай. Чё-то тут помню, что не надо разбивать. Ага, вот. Да ё-моё. В принципе, я люблю такие слэшеры, где побегай, боссов убиваешь. Конечно, по графону он тяжело воспринимается. Это вам не Ведьмак там с миллиардом полигонов, да? Играл в серию Ryzen? Нет. Сколько живности у тебя дома? Две кошки. Ну, кот и кошка и собака. Вы не представляете, какая проблема сейчас найти квартиру под ремонт. О, тирадроид, спасибо. Скидываемся на PS4. Спасибо большое. То есть я сейчас нашел уже бригаду ремонтную. С понедельника у меня она зайдет. Спасибо, тирадроид. И что могу сказать? Вот и мне сейчас надо найти, где, собственно, мне проживать, пока...
А-а-а, надо было туда прыгнуть, блин, там две этих. Две, надо по-любому туда прыгнуть. Пока мне будут делать ремонт. Во-первых, я думаю, не надо говорить, что еду только на месяц, то я звоню, только говорю, здрасте, мы, мне на месяц квартирку можно? Я говорю, не, на месяц, за вами потом убираться! Тупой. Спешу, а, вот спешу. Спешишь, чатик, не смешишь. Не-не-не, ломать пока не надо, если сломаю, не перепрыгну. Мне нужно там два ящика. Я знаю проломать, но я тогда... Вот видишь, я вот отсюда, вот сюда тогда не прыгну, по-моему. Да ёб! Ну и ладно. Я вижу проходы. Давай, что думаешь, Metal Gear Solid или... Или тебе не нравится? Я проходил все Metal Gear, мне они безумно нравились. Да и нравятся, в принципе, вообще все, включая NES-овские части. Кроме пятой части, я считаю его просто коммерческим выблевышем. Ну, серьезно. Я просто не понял вообще, ну, что это такое. Все очень долго, вот это тут фарм. Мне не понравилась и часть... сейчас вам скажу, какая... Peace Walker, где надо было фармить, помните там базу? И мне не очень понравилась вот эта вот часть, последняя, пятая. А так, вот Snake Eater, Guns of, там что-то, Patriot, Sons of Liberty, все это шикарно. Ну и первый, естественно. Это пипец, ребят, играть там в 99-м году на первой плойке, а один босс тебе просит, ну, типа, ну, тебе надо переключать. Дед, сука! Тебе надо переключать геймпад, чтобы убить этого босса, просто из гнезда в гнездо. Я вообще охеревал. То есть ты играешь кого-нибудь Spire, в Краша, там, ну, в какие-нибудь игрушки, так, на первую поиску, и тут тебе надо... поиграть и геймпад переткнуть, чтобы убить одного босса. Это было просто шикарно. Игры стоят того, но они не для стрима, они для собственного прохождения. Во-первых, там очень долгие заставки, во-вторых, не могу сказать, что там очень крутой геймплей какой-то, просто бегаешь и в стелсе проходишь. Тут такое дело. Спасибо, Мишаня. Спасибо. Привет, дядя Вань. Спасибо за стримы не по санному хсу. Жду тебя на PS4, восклицательный знак чату, привет. Darksiders, да, играл. Спасибо большое, Мишаня. Да мне самому в кайф. Представляете, я с утра проснулся, думал, блин, скорее бы в 4 часа пойти в God of War помахать. Мне самому не по приколу. Ой, это Фина, да? Kratos, the gods are pleased with your progress. But your current skills will not be enough to defeat the minions of Ares. Что-то тебе силы недостаточно, чтобы убить миньонов Ареса. Папай! Но ты должен заработать этот подарок. Этот подарок, понимаю, башка не видит. Это Афродита? Принеси мне ее голову, Кратос. Я подарю тебе способность, там, какую-то очень крутую. Чёрс Чембер, а я видел ее в ЛГ, там, это фарм сабов на ней, да? Да что ж такое, а? Да
Что ж такое, а? Два удара блок. Сейчас опять заставочки, да? И... Блин, я путаюсь, потому что в разных частях разные управления, особенно шифтами. Мне заставку нужно пропустить. Ё-моё! Авермедиа зависла. Давай, быстрее, беремся, сейчас напихает же. Давай, господи, быстрее, ну давай. У тебя прошито, нет. Ты даже паузу нажал, наверное, два раза нажал. God of War, да я все проходил, кроме PSP-шных. Так, все, я сейчас тебе ушатаю. Жалко, что она, конечно, отходит. Спасибо, Мишаня. Вань, ты красава. Правильно, что эту карточную Санину бросил? Смотрю, тебя не изахся. Ты просто суперстример. Собачку. Ой, тебя... спасибо, Мишаня. Спасибо большое. Давай. Блин, опять это. Блин, по-моему, когда камеру не видите, начинает глазами, да, вертеть, если не ошибаюсь. Видали, какая она жирная? Посмотрите на это. Да ё-моё. Что ж такое? Ой-ой-ой-ой-ой! А! Пиздец, что ж ты за ноль-то не хочешь хватать? Ну что такое-то? Да он просто не хочет за ноль хватать. Блин, какое же корёвое тут управление. Он обычно сразу хватает и все, пошел босак. Бля. Какое же тут корёвое управление, боже ж ты мой. Я понимаю уже, да. Я жал этот ноль, жал. А он говорит, нет, я не хочу. Ну все, опять она отошла от рейнджа. И опять я не то нажал.
Да я сжал, ну правда сжал. Да ничего, Архангел, спасибо большое. Но это из-за того, что я пушки не вкачал сильно. You can touch me! Я надеюсь, эта медуза будет одна в игре, а? Ага, хорошо. Я понял. И, кстати, Леон Анимси что-то заказывал, но вообще он заказывал Outlast. Пока он на первом месте по донату, он заказывал Outlast. Два и чё? Ну, понятно. Зашибись. Можно мне поменять как-то? Например, вот так вот лучше. Ладно. Понятненько. Может быть, он на дополнении? Ну да, типа, я ему говорил, может, с ним переписывались. Он говорил, что... Ну, точнее, я ему говорил, что я уже первую часть проходил, а он такой, ну ладно, давай дополнение, потом мы в дополнение поиграем. Фу. Неплохо. Только хп надо. Давай, 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 давай. В мультике Гала Медуза могу проводить камень только одного, а здесь вот я могу уешать ей. Это первая часть. Первая. Ой-ой-ой, чё же надо? Я же, наверное, не то, или то. ХПшка. Краш, я не хочу сейчас краш, потому что, скорее всего, будут переиздавать. Я услышал где-то там край муха, что они... что они ее хотят, типа, ну, заново пускать краша. Так, давайте еще посмотрим, что тут есть. Что я тут открыл? Там вот наверху что-то было, какой-то сундук. Ну это что, ну это обычный платформенный краш, чё уж там. В жопу ему. Тут Минотавр будет? Что-то знакомое. Короче, в какой-то из частей, первой или во второй, есть ачивка. Надо пройти в этом... за 5 часов всю игру.
То есть какая-то спидранерская чип? Блин, то есть какая-то... Свинить, что ли? А это что такое? Чё их там так много-то? Что бы ни говорили, мне моя любимая часть третья остается. Она, я влюбился в God of War из-за нее. Вот не могу сказать, что мне вот эти вот части как бы ну, сильно радуют. Там я прям от них офигею, мне безумно. Но они как бы они ведут по сюжету. Когда я третью часть, когда я там бился и с Посейдоном, и с Аидом, и с Зевсом, я просто охеревал. И с Гелиосом, и со всеми, короче, богами. Лично мне, это моя любимая часть. Я ее оставил, естественно, напоследок. Она последняя часть в истории Кратоса. И мы вот ее пройдем. Ты не слышал HD переиздания третьего Варкрафта? Нет, не слышал. Я знаю, что третий варик перенесли, типа, в старкрафтерскую, как она называется, ну, мастерскую. Там куча всяких костюмок, и они перенесли третий Варкрафт с лучшим графоном. Но я буду играть на стриме в более, ну, в оригинальную версию. Собственно, я думаю, в июле мы в него поиграем в Warcraft. Не знаю, сколько стримов мне это займет. Я не знаю, на какой сложности я буду играть, потому что я не могу сказать, что я там в таких вот стратегиях как-то что-то могу сделать. Я только в старик играл, но в старик я играл, доходил до платины максимум в соло гейминге. Ну что там, старату выучил, идешь по ней. А у тварик, не знаю, как пойдет. Как ты вылез оттуда? Вы смотрите, сколько хп у мобов? Им вообще плевать, что я тут делаю. Это невозможно. Это что, один из самых сильных мобов в игре? Они просто не умирают. Какого черта? Гоф 3 казуальный? Да, на Титане Зевс, очень казуальный. Угу. Такая хрень просто, на их жми, Зевс умирает. Да, в принципе, вообще там боги такие. Даже в начале Посейдон очень казуальный. Что там с ним делать? Убивай коней, убивай, да? Не знаю, мне больше нравится, чтобы, ну, чтобы игра была зрелищной. Чтобы ты играл, у тебя было удовольствие и от убийства мобов. А вот это просто ну, как бы дрочево на самом деле. Вот я вот сижу, вот 8, 9, 10, вот 11, 12, 12 ударов мне потребовалось, чтобы одного чувака скинуть. Я не могу сказать, что это какой-то дикий хардкор, это дрочево. Многие люди путают хардкор с понятием сложно, с понятием просто дрочево. Вот, например, взять пример WoW. Вот первая вот ванила, в которую играл, это было дрочево. Вот. Со всеми вытекающими там, и с профессиями, и с инстами, и со всей этой другой херней. То есть мне больше интересны какие-то типичные, эпичные, сложные бои с боссами, реально сложные, со сложной механикой. Не просто потому, что там это сложно, что у них хп до хера, нет, у них сложная механика, в этом это и интерес. А вот это вот... Можно взять эту чувака. Я пробовал, когда был на корабле. Что ты... Вот видишь, он... Почему только вверх получается? Блин, где-то тут, помню, были эти... Ящики должны были быть. Вань, Last of Us, да, Last of Us мы потом, я думаю, тоже сыграем. Ну, это все, ребят, на июнь. Июнь там ничего не выходит такого интересного. Интересного, крутого, хайпового, поэтому я думаю, у нас на июле будет что проходить. По-моему, здесь где-то внизу ящики должны быть. Да. Видишь?
воскресенье. А пока, ребят, точно ничего не могу сказать, потому что в воскресенье у нас будет переезд на новую квартиру по время ремонта. И я вам ничего обещать не могу. Потому что я нашел строителей, которые такие: о, все, поехали. Все, погнали. По-любому надо... А, квадрат же, R2 же. В субботу у меня там генеральная уборка. А вот в воскресенье у нас переезд! Перископ переезда, мне тяжело, жена не хочет, чтобы я ее снял, поэтому мне вообще проблематично с этим всем делом, что-то снимает, даже какую-то прогулку, потому что она не хочет, чтобы я ее показывал, она боится людей и вообще их не любит, ненавидит, и поэтому у меня все эти перископы, вот это все, оно как-то не получается. Да, за полгода мы все-таки накопили на ремонт. Блин, по-моему, что-то там наверху есть. Чтобы я мог и подольше сидеть, и стримить, и чтобы она... Не, ничего нету. И она не жаловалась, что я шумлю. Я себе поставлю там хорошую дверь шумоизоляционную. Все стены сделаю с шумкой, кроме уличной. И буду сидеть и стримить оттуда. Пока... Ну, я вам сниму, ребят, как я тут сижу и стримлю. Вы потом посмотрите. Что-то там внизу, по-моему, было, да? Вот что вот это такое? А, ну да, это мы вниз прыгнули, да? Это мы вниз прыгнули. А что нам тут надо? Что-то нам надо было. Бридж, это... Так, мост, который идет в Афины. Понятно. И что дальше? Надо что-то принести к этому мосту или что? Вот это что такое? Что-то тут надо сделать. Я бы, бред, поснимал вообще все, что вот кучу всего поснимал. Сердечко, да, на стене осталось. Строители заходят, смеются над ним, над сердечком. Ну что, они будут говорить положительно. Да там даже не в этом дело, на самом деле. Блин, что-то тут надо сделать. Что-то я помню, с головой надо сделать. А, вот. Она... Да уж. Она такая же будет жесткая. Я бы её посадил, мы бы в какие-нибудь Симсы-то с ней поиграли, еще в что-нибудь, ну такое веселое на пару. Мы с ней, помню, когда купил плойку, в Little Big Planet играли, в Реймана. Ага, отлично. Ну пока что-то не... Она не хочет. Ну как захочет, ребят, вы первыми узнаете. Видите? Че у меня с пушкой это? Сколько? 940. О, супер, пушка прокачана. Ой, ребят, а сколько у нас осталось красненьких, а? Господи, я уже отвык от этого, от ХС, там бы уже все разорались. Когда Гирёш сможешь нарисовать их в пейнте? Нет. Я вообще очень плохо в пейнте рисую. Вы же видели мои заставки к Макс Пейну, там еще к чему-то. Это что такое? Нет,
Я вообще рисую хреново, в принципе, поэтому я обращался к художнику, который мне может заставки рисовать, но он и то заболел. То есть я думал нарисовать, ну там, к Саус Парку, к бесконечному лету, а он говорит, нет, заболел. Ну ладно, ладно. Крапон все хуже с каждым стримом. Через неделю у нас будет пиксельный стрим. Еще? Все? Или еще? Все. А ты это третий God of War? Нет. Вау! Да дай ты мне пройти. О, хорошо. Ой, кто? Восток, спасибо! Спасибо, Восток. Да что ж такое, а? Может быть, тебе сначала здесь убить? Да причем прокачанные пушки. Только они не прокачанные. Выглядят как будто вообще ни о чем, да? Гляди на эти пушки, они просто чекочат. Давай. Там крестик был, там, по-моему, кнопочка крестик была. Если, конечно, ничего не путаю. Спасибо, VIP на фан. Привет, Иван. Если ты уже проходил МГС, не думал попробовать что-нибудь из JRPG? Как, в пример, серию Persona или Tales of. PS меньше, чем 3 тебя на ОМА. Спасибо, VIP. Ну, пока не думал. Пока, на самом деле, не задавался таким. Ну, смотрите, он отличный же ход получился. Блин, да что ж такое, а? Вы видите это? Ну и сколько ударов надо сделать? Thank you.
Господи! Привет, 2005 год. Да, сейчас брошу все и пойду DMC проходить. Прям сейчас идем. Господи, Кратос. Ну давай, 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 давай. Там пацаны висят, зависают. Смотри, что они делают. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но, по-моему, это... Он же... А, он все, он мертв. Ладно. Стримы всей Final Fantasy? Угу. По 200 часов каждую игру. Ой, я всех убил, да? Я всех убил! Я все... Блин. На тебе жопой прям. Она мне не достанет. Не, после Гоу может быть. Или Dark Souls, или Devil May Cry будет. Там голосование все сделают. Там что-то ходит здоровое, если слышу. Так, я так понимаю, эти ворота... Там кто-то есть. Там кто-то есть за воротами, слышите? Так, давай еще раз стрельнем сюда. Сохраняться не буду, сохранение для сыкунов. Здесь все равно автосейф есть. Сколько? Хорошо. Да нет же, ну давай, 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 Пумолик. Так, еще один. Еще одного. Что тебе больше запомнилось в игре по Южному парку? Когда Рэнди к инопланетянам попал и жопа мистера Мегахиста, что-то там не было Парис Хилтон еще запомнил. По идее он в Парис Хилтон пихал себя, ну, в мультике. Там, в Анусай. Господи, да что ж такое? Как ты не умрешь-то? Там я двери разбил, что у нас по пушкам? Еще до хера.
Еще 2269 надо. Я не знаю, сколько это раз. Это, наверное, 5 или 6 там полосок должно пройти. Так, а здесь я все сделал. Здесь я открыл, слазил. А что мне дальше надо? О, вот это хорошо. Мне не надо это. Может быть, вниз? Что стена возле сейва? Какая стена возле сейва? Что там? Что-то пропустил, что ли? Господи. А что там такое? Я не помню там стену никакую уже. Что там? Слышите, какой звук? Какой звук анимации? Я могу ее как-то толкнуть? Стена возле... Ясно. Я могу крутить? Нет. Пацаны, я, наверное, крутить не могу ее. Слышите? Я крутить не могу. Я не могу крутить ее. Ваня умный. Ваня умный. Вот уч. Вот оно что, вот. Ящик. О, да. Да. Так, сейчас. Я себе хочу футболку со смурком сделать. Надо просто на нормальном этот в нормальном размере найти смурк, если сделаю футболку модную. Так, здесь понятно. А, вот они, вот дорога в Афины. Фу. Тут, по-моему, как босак. Не бойся, Кратос. Я оракул Афин. Помогу тебе убить Ареса. Не трогай мои сиськи. И я покажу, как надо одолеть Бога. Все? Так, дорога в Афин. Ну все, начало прошли, это, наверное, самое было такое. Самый долгий уровень. О, а он и Арес. В принципе, да, я его выиграю. Кратос, женщина сиськи трогает. А с ними реально хотят воевать, да, вот этой здоровой херней? Слушайте, ну я бы, наверное, не стал. Женщина, мужчина, сташаться! В пещеру сташаться! Убил жену, ребенка в прошлой части, конечно. Так, подождите, мне, наверное, все-таки в ту надо сторону, там какой-нибудь ящик нужен. Так, что там? А, надо еще посмотреть. Ролик. Привет, Борми. Да, удачи в этой игре мне точно понадобится. А, раз рыжий, понятно, души нет. Я таки думаю, бог войны. For what you did that night, this city will be your grave. Что-то, короче, нам сказал очень устрашающе, что Арес обосрался. А вон мне
сюда, да. Ну, за ящиком, да? Вове только со здоровой херней сражаешься, что не надо тут. Но тоже правильно. Так. Это какие-то ворота, я не помню куда. Еще один глаз. Замечательно. Ну, я... Они что? Массивная дверь и эмбазонайст с символом городского оракла. Ворота закрыты, и вообще нельзя их отсюда открыть. Иди ты нахер отсюда. Ну все, Арес. Я иду тебя смещать с работы. Сейчас я буду новым богом войны. Сказал, город будет твоей могилой. Да? Да-да-да, Арес, город будет твоей могилой. Трепещи перед мощью Штурмграда. Сохранился уже не будет. Все равно будет автосейф. Че, базанай здесь такое слово. Я более чем уверен. Ой-ой-ой, надо было туда! Что ж такое, мне надо было туда сходить. Ни хрена себе, не. А, ну это тоже Минотавры, только помощнее. А, у них вал... Напомню о билке Данте. Знаю, знаю, что у меня пушка есть, какая-то там роза, еще. Меч да пушка. И ты качаешь чуть больше. Данте он полукровок, как бы, по идее. Может отомстить за родителей. Ага. Ваня, это не Минотавры, а гнолы. Минотавры это, видишь, у них рога есть. А гнолы это собаки из героев. А что это такое? Ну хпшка. А, мне типа дальше надо прийти. Да, да? Перепутал Данте Бэтба. Почему? Данте было меч. И была пушка, какая-то роза с чем-то. Что-то там хорошее. Что-то роза и что-то еще. То есть там... Я так понимаю, мне надо похоронить его здесь каким-то хреном. Потому что таскать здесь нечего. А! Я спасу вас! Здесь что-то есть или нет? Голубая роза, да-да-да. А, голубая роза Нейра, а у Данте два пистолета, Квинни и Айвори. Как ты ищу, как ты их по-другому зовут? Я вас спасу, спасу всех. Там еще лучник, видали? Там еще лучник. Там в переиздании как-то по-другому называли. Пистолеты. Два пистолета.
The rage of the gods ride your blades, Kratos. Что там, Блейдс? Что? Что? Она что-то... А, у меня на силу накопилась. Понятно. А я же думал, что-то с Блейдс надо делать. Все, Рэс, ты, короче, огребаешь. Я сейчас вот с этими закончу, я грибу. Что такое? Я убиваю Рэса. Я сильный. Ты гордишься своим мужем? Я тут в игрушки играю, бога убиваю. Нормально все? Это Кратос сказал, хочу с ней играть. Нет! Нет! Я просто ходил в магазин за водой, мне сегодня бесконечное лето предстоит, а там надо много говорить, читать, и вот, короче. Чё? Ну, там водичка. Не хочешь, возьми ты. А мне тогда из фильтра не делает. Нет, она, наверное... Да вот она, вода. Чё такое? Так ты спала. Ну и что, ну там у тебя Тимочка зато есть. Воду возьми. Ну и ладно. Ну иди сходи сама в магазин. А не Минотавр, понимаешь? Сейчас не могу идти. Сзади был ящик, меня жена отвлекала сейчас. А, не отвлекай меня, ящик пропустил. Знаешь, ящик пропустил. О! Кошка. Смотрел аниме по Данте. А, я не мультик смотрел, мне не очень понравилось. Ну, собственно, Devil May Cry мультик. Ну, что-то какой-то там не такой. Да, я мужик, я сам выбираю, когда меня будет бить жена. Я решаю, когда мне идти в магазин. Я глава семьи, да. Бесконечное лето, я потом воду взял себе, меня предупреждали, что будет жестко. Парти Хацу, тебе пишут, что ты маньяки, надо убить всех людей на впати, чат со временем пишет команду, призывает копов ходить и дают почти любой мешает. Посмотрим. Может быть и в пати хард сыграю. Мне уже и про Чойс Чембер писали, который в ЛГ сейчас обузит для сабов. И вот это вот, и пати хард. Ничего нету, да? Блин, камера пипец, как в первом резиденте, наверное. Помните, да? Это же просто было невероятно. Как? Я как вспомню этот особняк, эти переключения камер от каждой комнаты. Господи, мне аж страшно становится. О, еще глаз. Нифига тут фарма-то. Ну че А теперь же чисто для чати. Ну смотрите, сколько. О, блин. Ладно. Опять заходим с ним. Нахрена тут ящиков, господи! Сейчас сколько тут ящиков, их же просто дофига. Сколько я тут уже нафармил, я сейчас пушку апну. Надо еще глянуть, надо еще сюда зайти. Перо! А где ХС? Я не факт, но раз не факт, то тебе не должно возникать никаких вопросов. Так, я все сделал. Все, а, вот здесь еще.
Да много-много ящиков. Очень много. Я ничего, я надеюсь, там точно ничего не пропустил. Если прав сделал, наверх ему. Наверху нельзя. Здесь могу. Здесь что-то... Можно! Можно! Наверное, с этой стороны, да? Песня никогда не будет. Почему никогда? Когда выйдет аддон, может, посижу, поиграю, но пока нет. Знаете, я все думаю, вот... Когда просыпаюсь, думаю, как это меня чувствует. Захочу ли я опять поиграть в хейсик? Ну, знаете, просыпаешься с утра и такой, блин, что-то хочется в карты поиграть. Думаю, сейчас такое чувство возникнет, а оно не возникает. Да блин, да прыгнешь ты на крышу. Можно отсюда? Ну и в жопу эту коробку. Ну и не нужна она мне. А что? А, я думал, там секретный проход. Все разбить надо. Хотя толк. Подождите, может, все-таки надо все разбить, какая-то лестница открылась. А если топ-донатер запросит КС, поверь мне, нет. Он уже запросил, а вот вас. Блин, в какой же выдворение крылья появляются Икара? По-моему, в третьем, да? Ну так прям крылышками такой бег. О, мало того, что запросил, он уже мне даже в стиме кинул первый вот ласт и вот это тут. Вы поняли. И чё? А, веревка! Он мне их даже прислал. Если сегодня... Можно я? Ой, не-не-не-не, наверх хочу. Вон он, Когда начну стрим, по с первого числа? Ну нет, ну в течение месяца мы по-любому поиграем. Нихрена, он раскачивается, смотрите, а. Физрук бы, наверное, с вашей там школы или института бы просто охерел от такого. Так, это нельзя разбить. То есть, я играл в первый Outlast, но не все записи есть на YouTube попали. Не знаю, почему так получилось. Но, блин, я реально, мне стыдно за то, что я сильно боюсь. То есть, я... Вот лучше смотрите не в ушах, потому что я буду визжать и орать. Потому что, ну, да, мне даже немножко стыдно, потому что я боюсь такие игры, особенно если я буду играть ночью. Я даже с собой на Outlast друга позвал, в итоге он орал больше меня. Да нельзя еще апать, еще мало. Еще 1300 надо. В итоге он орал больше меня, и я, короче, как-то себе вот в этих играх не очень... Я буду сильно кричать, я вас предупреждаю. Я прям буду вопить. Возможно, даже буду... Я где-то там что-то забыл, да? Я вернусь. Кого во сколько?! Ты женщины! Тетки, идите нахер, а дайте мне хп. Ну, для меня ужастики трудно даются.
Я вас предупредил, короче, ладно? Уши не втыкайте, я реально буду орать. А что такое? Он же был нолик. Да блять! О, бабёнки, давайте мне хп. Мне сейчас напихают. Куда вы же уходите-то, а? Хп, говорю, дай. Я не успеваю подходить. Я, наверное, уже без ноля их убил. Нет, еще? Вы это видите? Понял. Как громко ты будешь кричать на все горло? После того, как я сделаю ремонт, я буду орать во все горло. Потому что никто не услышит. О. Так, где я это? Тут надо коробку какую-то забрать, по-моему.